В осенне-зимний период значительная часть аварий происходит на пешеходных переходах. Как в Серпухове решают проблемы безопасности на дорогах? Подробнее в нашем сюжете. В Серпухове за 2021 год в рамках президентской программы «Безопасные и качественные дороги» была проведена большая работа. Прежде всего, возле школ и детских садов. Мы около 29 объектов школ и дошкольных учебных заведений, вернее, не самих объектов, а участков дорог рядом с этими объектами, привели в соответствие к типовым схемам. Это, опять же, разметка, светофоры, дорожные знаки. Полностью было все приведено в соответствие. Чтобы обезопасить самых юных участников дорожного движения, возле школы номер один создан первый в Подмосковье инновационный пешеходный переход. Он включается вместе с уличным освещением, проецирует на проезжую часть пешеходный переход, то есть как бы выделяя его, подсвечивая пешехода, тем самым дополнительно, и плюс дополнительно проецирует знаки. При зеленом свете пешеходу знак «Стой» для водителей, и при красном свете пешехода для водителей знак «Внимание, пешеход». Помимо умного светофора, в этом году на разных участках дорог установлено в общей сложности 800 метров перильного ограждения. Также обновлено более 160 пешеходных переходов, установлено 35 новых искусственных неровностей и столько же специальных направленных подсветок. Все эти меры помогут снизить аварийность. Однако всем участникам дорожного движения следует помнить – безопасность на дороге в первую очередь в их руках.